Когда-то в 2015 году я сформулировал, что укроп хорошо воюет, когда ему комфортно. Вот, найдя такую как бы тему, как беспилотие, они были в комфортных условиях, и когда мы у них небо отобрали, противник очень быстро начал сдуваться. Мы же, русские, дагестанцы и вот это вот все, наше войско, мы, несмотря на то, что когда небо было не наше, когда все было против нас, мы все равно шли вперед, продавливали, натиском шли малыми группами, рассредотачивались. Вот этот вот комбат, он умеет в нестандартное мышление, то есть как бы там маленькими группами просочиться, оказаться в тылу, вынудить противника быть обескровленным, да, то есть лишить его снабжения. И потом, но небо доставляло большие проблемы. Потом, как бы, ваш покорный слуга придумал одну тему, и благодаря этой теме мы лишили противника неба. Небо стало наше, а как только оно стало наше, паровоз пошел. И паровоз пошел так, что укропу здесь очень не понравилось. На этом хамве приехали спецназовцы «Скала». Это укропские, короче, типа элитарии. Эти клоуны исполнили красивый трюк. Они с пулемета Браунинг 50-миллиметровый, который здесь стоял, прижимали пехоту к земле, и два спецназовца выскакивали, забрасывали рюкзак с ТМ-ками, после чего происходил подрыв. Один раз они проскочили удачно, подорвали четырехэтажку, где были наши бойцы. У нас тогда был 1-200 и 1-300. Вот этот хамви была вторая их попытка. Это была вторая попытка этого спецназа, за что они поплатились. Отряд «Шторм» 110-й бригады под командованием Белого. Первый, кто выбил больше всего техники в Красногоровке. У меня есть видеофиксация каждой машины, которую мы сожгли. Мы сожгли здесь свыше 100 единиц различные техники. От вот таких хамви, пикапов, бронированных пикапов, до двух французских БТРов. Брэдли подбили, но она ушла. Один французский БТР мы подбили, он сгорел на горизонте. Вот, один сгорел здесь, прям вот он рядом стоит, здесь в больнице. Там как экспонат, все я сказал и то.